Дорогие друзья, мы с вами Фикс Прайс. Сегодня последний день уходящего года. Вы, скорее всего, видео увидите только 1 января. Давайте я вам покажу, что же нам привезли нового. Новые вот такие кашпо для цветов на подставке. 199 рублей. И вот так вот это все будет выглядеть. Материалы цемент и железо. Мне нравится. Сделано очень добротно и аккуратно. Есть еще в желтом цвете кашпо. И в таком вот цвете тиффани. Новые вазы стеклянные по 99 рублей. Это Китай. Есть еще фиолетовый цвет. И такой вот голубой. Снова привезли суккуленты. 199 рублей. Декорация цветы в горшочке. У нас есть все-все варианты, которые были в прошлый раз. Такие новые камешки декоративные. 55 рублей. Я таких еще не видела. Внутри с каким-то... С какими-то пузыриками, что ли. Только посмотрите на этот фонарик. Классный. Естественно, 199 рублей декоративный светильник. Видите, это будет прям целая коллекция товаров в стиле лофт в магазинах Фикс Прайс. Кашпо, декоративный поднос, настенная полка с крючками. Полки мы уже все покупали, у меня точно есть, я ее использую как ключницу. Работает от трех пальчиковых батарей, в комплект не входит. 199 рублей. Так, состав. Железо, полипропилен, ПЭТ. Цветовой поток 24 люмена. И срок службы светодиодов 8000 часов. Это средний показатель. Культура. Вот это прелесть, вот это класс. 199 рублей. Как бы вам показать, чтобы было видно? Такая большая металлическая клетка с прищепками. Можно фотографии вешать или записочки. Здесь также будет эта же коллекция лофт. Еще ждем подсвечники и фоторамку. Держатели бывают, видите, еще в виде алмаза. Можно использовать как подставку для украшений. Еще сердце в белом цвете, в черном цвете. Ну и вот он, алмаз. У нас огромное количество новых фоторамок. 13 на 21,5 размера, фотография 10 на 15. Это полипропилен, ПВХ, бумага. Только кролики. Кролики и сердечки. Сзади то же самое. Вот еще новые рамочки, 55 рублей. Небольшие. 10 на 15 фотография, полистирол, МДФ, стекло, бумага, железо. Они пластиковые. И просто белые. Полипропилен, стекло, картон, бумага. Такая большущая рамка, 199 рублей на 5 фотографий. С надписью Love. А в рюкзачках нам еще привезли вот таких вот дракончиков, что ли. Да, это дракончик. Классные рюкзачки. Но мне не нравится, что стирается краска. Я бы, конечно, своему сынульке бы такой взяла. Еще подумаю.
Вот они, декоративные подносы. И у них зеркальные основания. 199 рублей. Сделана она не очень аккуратно. Придется повыбирать. Стекло также от зеркала отрезано не очень аккуратно. Новые бигуди для волос 6 штук, 99 рублей. Для тех, кто любит спать в бигудях. В бигуди, правильно будет сказать. Полиэстер, пена, смола и алюминий. Расцветка только такая. Интересная новинка — это светящийся песок. Юный химик. Ценников нету, только выложили. Сделано в России. Срок годности 3 года. И возраст с 8 лет рекомендуется. Для игры с песком в темноте сначала заряди его 2-3 минуты под лампой. Время яркого свечения составит 10-15 минут. Цвет у нас висит только зеленый. Ну и еще шарики Орбис появились. Гигантские растущие шары. Тоже ценника нету. Их необходимо опустить в воду, и они там подрастут. Разноцветные шарики. Нам снова привезли огромное количество картин по номерам. $199. Очередные новые блокноты. $199 с косичкой. Полиэстер, бумага, полиуретан. Четыре варианта. Блокнот с закладкой. Приятная гладкая обложка. И он в клетку. Прошит. Обновились наборы «Маленький повар». По-моему, они стоят 99 рублей. Да. Наборы разные. У нас вот их очень много, но вот на виду только два. Лазить там искать — это будет долго. Четыре продукта на липучках, доска разделочная и нож. Новинка — туалетный столик для кукол. Дизайнерский туалетный столик для стильных кукол. Ценника нету, но он не на батарейках, значит, скорее всего, 99 рублей. Может быть, даже 149. Полистирол, полипропилен, акрил, поливинилхлорид и сталь. Игра «Найди дубль». 55 карточек и книжка. Для девочек, для мальчиков «Щенячий патруль». Что тут надо делать? Самая популярная игра теперь с твоими любимыми героями. От 2 до 8 участников. 55 карточек, 5 вариантов игр. Подробности на сайте. Ну, то есть самим не понять, как в это играть. Или, может быть, внутри лежит какое-нибудь объяснение. Потому что если только на сайте, это не очень хорошо. Ценника также нету. У нас что-то с ценниками прям сложности. Семейный крокодил тут висит. Квест для самых маленьких. Пиратские приключения. Вот эти квесты по 199 рублей. Людям нравятся. Поздравления, коллеги. Еще есть юные кладоискатели. Нашла у нас игры с картами. Детские. Буква «Знайка». «Отгадайка», «Ребусы» и «Эрудит». Ценника нету. Еще есть игра «Словаренок».
Прочитай-ка. И жиши-пиши.